14 сентября в сквере перед Театром оперы и балета имени Абая пройдет фестиваль «Праздник вкуса». В этот день лучшие повара города продемонстрируют свои кулинарные способности и проведут мастер-классы по приготовлению холодных горячих блюд и десертов. Также кухонные мастера приоткроют секреты оформления яств. Конечно же, фестиваль не обойдется без веселых конкурсов и зажигательных танцев. Начало мероприятия в 10 утра. Франко, проснись и пой. Народ, подъем! Дэнни жив! И сейчас все сожрет! 19 сентября в алматинских кинотеатрах состоится премьера фильма американских режиссеров Эвана Голдберга и Сета Рогена «Конец света 2013. Апокалипсис по-голливудски». В центре сюжета два эксцентричных парня – Джей и Сет. Ребята по случаю встречи решили организовать вечеринку. Но в самый разгар веселья началось землетрясение, стены стали рушиться и паника охватила толпу. Как ребята будут бороться за жизнь, узнаете, посмотрев фильм. Его продолжительность – 107 минут. 15 сентября в парке первого президента откроется третий международный карнавал кукол. В этом году в нем примут участие артисты из Италии, Испании, Бурятии, Тегерана, Израиля, Румынии и России. Казахстан представят кукольники из Петропавловска, Шымкента и Актобе. Спектакли конкурсантов можно увидеть в Государственном театре кукол до 21 сентября. В их числе такие известные сказки, как «Волк и семеро козлят», «Гадкий утенок», «Петя и волк». Из современных инсценировок зрители увидят, кто заплетает гривы лошадям и дерсу. Стоимость входного билета составит 1000 тенге.